Хочешь победы и ваш комментарий. Спасибо за поздравления. Была очень тяжелая игра. Хотя игра в первом тайме мне очень понравилась. Мы показывали хороший футбол, как в атаке, так и в обороне. Единственное, были какие-то погрешности именно в те моменты, когда мы перехватывали мяч и теряли концентрацию. И получали тогда контратаки. В принципе, так гол и родился в наши ворота. Могли закрывать игру раньше в первом тайме. Второй тайм, понятно, по объективным причинам удаления немножко подпортило картину. Но так в целом команде благодарен. Второй тайм. Молодцы все, сражались, бились до конца. Была видна команда на поле. После удаления команда вынуждена была провести в обороне вот остаток матча. Довольны ли действиями команды в обороне? Ну, естественно, играя на одного человека меньше, всегда будешь играть низко в обороне. Плюс соперник уже и до удаления начал оказывать давление, пытался отыграться. Поэтому, да, было тяжело, но ребята справились. И в середине второго тайма сразу тройная замена была. Довольны ли, как ребята вышли, как они вступили в игру? Ну, еще раз говорю, им не хватило времени, чтобы показать себя то, что хотелось бы. Опять-таки, пришлось им больше играть на оборону. В атаке мы, конечно, их не увидели, но они на оборону отработали очень хорошо. Хорошая игра сегодня была, много борьбы, моментов. Голов, карточек. Ну, я считаю, мы сегодня провели достойную игру, заслуженно взяли 3 очка. Команда активно начала игру. Как-то готовились особенно к сопернику? Что соперник сложный достаточно? Ну, в этом чемпионате все соперники сложные, ничего особенного. Готовились, как и обычно, к обычной игре. Удаление как повлияло на игру команды? Ну, мы уже не первый раз так доигрываем матч. В принципе, мы уже привыкли, отоборонялись, все. Все хорошо. Ну, в целом, как оценишь 2 тайма, если не считать удаления по игре команды, первый тайм, второй тайм, какой, может, запомнился больше с точки зрения игры команды? Ну, такого что-то особенного не могу сказать. Хорошая игра просто была, опять же, много борьбы, много моментов. Все.